какой уровень? Четвертый? У тебя уже все стоит. Стояло. Вот бабил, да? А, вот бабил. Я не помню, на чем я остановился. Ну что, на чем ты диском? Какая-то арабская ночь. Хватит. Так, я хотел уже сказать, я помню, тут что-то взрывается. Я еще чувствую, что сзади кто-то такой пуп-пуру-пуп. Это тролль, что ли? Главное, что выпали. Вон броня и ячейка. Ну вот. А вот это меня. Кто меня? Вот подождите, произвол какой-то. Г. Хил кто дайте мне? Я не знаю, что за тактику надо вроде в них использовать. Они жирные. А, в смысле, от ХБ до откуда будет? А, откуда, не знаю. Что они там забыли?
нахуй дал. Сразу в таком виде не полетел. Смотри на эту руку. Ой. Ой. Пожрите меня. Что такое? Что за бред? Уйди от меня! Кто кого? Какой-то странный чекпоинт и 5 каких-то адских гончих угонят. В очередь, сукины дети, в прямом смысле, в очередь. А где? А, будет. Что? Почему пин-код в воздухе уже? Видимо, надо будет снова еще один рестарт потом проводить. Да.
А, так там еще и клещи эти недопиты. А они там откуда? Из собак? Никогда не думал, что у меня будет вестерн с крестоносцем. Пасхалка! Мне нравится эта музыка, я обожался. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Подождите, пацаны. Пацаны. Хардкор только. Хардкор! Чего нет-то? А! А чё они встали там? Ну, встали и встали, просто много пацанов. Главное, чтобы сверху никто не выстрелил. Летающие сарацины. Нормально сейчас спрыгнуть, да, да? А может так и надо. А может так и задумал. Не-не-не. Музон ты почему такой на фиг. Ну открой личико ты, ёлка. То, что... Зачем он по моей спиной повернулся? Ну, в заднице повелять. А еще что, нельзя было ничего получше придумать? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А что, они не пошли, да? Нет, да. Да как же? А это кто? О, попал! Попал! Пацаны! Тут хилку отдали. Хорошо. А где? А почему? Я выбрал альтернативный, что ли, проход? Ну да. А, ну, я сказал, нельзя. Ну, нельзя. Так можно было и с гончими, да? Супер. Суперход.
Раз, три. Раз, три. Раз, два, три. Я обнаглел. Главное, что сверху никто не стреляет, и это хорошо. Нет. Что у вас? Опа. Приятно. Успеху. Ни одного чекпоинта, сволочи. В смысле, там был чекпоинт, наоборот, вместо этого в обход. Это не так должно было сам был не пошел по сложному пути. Я теперь говорит не могу. А кто же знал? И опять я карточку. Мне напоминает этот Kingdom Rush. Да, муншат, мункил. Череп? А чё, зачем? У тебя было такое красное давление. Я типа его надел, да? Мне стало хорошо. Ай! Не работает, правда. Куда ему стрелять-то надо? Чё ты сразу-то не сказал?
так все подло, да, в этом законе наш? Ужас-то какой. Зараза. Уха какая-то. Куда ему стрелять-то надо? Почему я не попадаю? Уже вот. Только я стреляю. Он ничего не дергает. Ну вот как-то так. Это еще урон был снижен в два раза. Да. Что за игнор-то был? Урона. Ты не попадал. Да попадал. Ну как бы. Надо вот в точечку стрелять. Какую точечку? На экране. Я кнопочку жму, все, стреляю, попадаю, умираю. Ну, в принципе, работает твоя схема. Стреляю, попадаю, умираю. Попробуем по-другому. Они работают? А почему бочка с порохом не взрывается от электрошока? Ты куди? Куди? Нет? Ну нет у него там живот. А. В смысле, он же дергается? Ты... Ну и чё он дергается? Может, там ноги. Кто там колонны-то построил, я не понимаю. Давай. Не, как это? Ну как это? Да хватит меня сюда! Да кто ему дает эти сюри? Как он меня притягивает? Да ё-моё! Каким макаром-то? Да бред, собачий. Осталось даже ничего. Не врезаться в бочку, ты сделал на мосту. Бегу на мосту. Ну еще легко же было сам. Конечно. Ну ты чекпоинт, да, правильно. Сейчас еще три таких комнаты. А, ну на изи, конечно. А чё я хп-то подбирал? Где хп? Может, подобрал. Так оно и не, как будто не подобрал. Нет, просто всё потратил. Ну что там, ну кто-то, ну что это такое? Ну ёп! А что, сорвалось там? Чего сели-то из ниоткуда, блин? Ну что ты хотел, чтобы я подошел? Я подошел! А? Это ты надолго. А что мне с ним делать? Взорвать. Ну давай взорвать. Или ты это имеешь в виду? Ну а что еще? А он выжил! Он пережил два ГРПГ! Ё в ноги! Хороший щит был в средние века. Отличные щиты!
Не, конечно, все. Две комнаты. Поза комнаты. Почему вы сейчас кому-нибудь сзади не побежали? Я вот туда иду, плевом ведь не туда иду, правильно? Советник, покажу, ладно. Я больше так не хочу. Нафиг эти исследования миров ваши, я... Я хочу пройти игру. Я хочу пройти. А вот чем вы объясните то, что все порушилось? Собаки типа все подорвали, да, а вот... Нечего, потому что... А мне что делать прикажете? Понял. Точно нет. Тупо в преисподнюю попал. И понял. Прыгаешь, что ли? Я не согласен. Может, там это? Всё не так. Кого он нам стрелял? Я вот в себя. Да, чекпоинт только там. Ай-яй-яй. Это не красиво. Уйди, уйди. Нехороший. Кто это делает под моими ногами, а? Еще их тебе не хватало. Меня-то за что? А, просто кнопку выключения питания тут можете сделать? А ну-ка! Опа! Я успел. Теперь можно нажимать на все, что ходишь.
хочешь тебе на пунктную точку. Смотри, ты всего лишь 70 монстров набил на том повороте. Ага. Акупунктурную точку, да? Да. Не надо. Зачем? Где? Вот он сейчас набил. Давай, босс. Босс. Таун. Тавер. А, да? А в чем проблема? Да, не получилось. Да в смысле? Ну, я не понял. Мне надо предугадывать, что ли, колонны где-то нахуй. Давайте как-то, ну, не так, да? О, повезло. В следующий раз такого повторить не надо. А, ну, стой. А почему? Ну, он меня убил. Ну, я чё, ну... Может, наверное, себе позволить. Оп, не успев. Вот колонна, да? Да? А вот так вот должен запомнить. Проблема игры... Я не должен запоминать, по сути. Чё, с первого раза, типа, никогда не пройти, что ли? Ну, нет, пробуй, фигу. Ну это не так же должно играться, игра не должна убивать тебя нарочно. Пошел в жопу, ты мразь, ты, это так нельзя же. Броник, дайся. Он такой, мразь, так же нельзя. Давай, что, раз на раз-то, ну давай, не приходится. Пошел ты в баню. Понятно. Да как это должно происходить? Дайте хоть повернуть так. Ну нельзя так проходить игру, чтобы просто умирать. Ну так умирай. Так, делайте так, чтобы я не умер. Ну понимаешь, сложность. Нельзя же так делать игру. Что не так тебе не нравится? Ну просто вот смысл того, что ты должен пройти на следующий уровень, просто пару раз. Я что, в рогалик играю, долбанутый? Не умрешь, не поймешь, блин. Ты посмотри, он третий раз огнемет использует. Ты... Засранец. Ты двойной засранец. Это что за бред? Что? Ну как? Его победили, еще даванем. Ты в радиусе атаки его стрелял. Какой радиус атаки? Ушатался, все, уходи. Ёп. Да что за придурок этот уровень придумал, а? В титрах напишите, вот конкретно этот уровень придумал, вот этот придурок. Кто виноват, что тут еще этих понаставит? Да идите. Уровень, ну что это такое, а? Ну что это такое? Ну ё-моё. Ну какой дебилой это? Ну что это? Ну что, кто это? Кто сюда колонну поставил? Ёбаная будка, мне вспоминается этот видеоролик. Ну прыгай, пожги меня. Давай, потопай, давай, я упрусь в эту колонну. Не упирайся. Да давай я так буду тогда по твоей логике размышлять. Ой, кто-то всем под кроватью. Кто это придумывает, блин? Чтобы пройти следующий уровень, вы должны знать, куда упасть. А иначе вы умрете. Ну вот здесь первый, тут в принципе колонны по одному, там уже типа уже стоят. Ну еще метеориты, правда, падают. Ну так, по фигне. Да у тебя один раз тут попали за все. Так попали же. Ну, он же ваншоты. Ну, знаешь, ему хватит, чтобы я упал нафиг. Нет колонны вообще. А можно хоть какую-то точку-то, чтобы я... Да почему ты вот как я... Как конец этой полоски, что тут непонятно. Хорошо. Почему? Почему он топает? Почему он жжет напалм? Да ёб... Потому что к нему вплотную подходит. Я не могу не подходить к нему вплотную, он ко мне вплотную постоять вдалеке. Так отбегает ему вообще. Да, там колонны стоят. Это же такой, это замкнутый круг. Я говорю, дебильный уровень. Ладно там болото, пузырьки полопает нормально. Ладно там этот гигант, постреляй в него с дротика, нормально. Этот... Поумирай пару, ну-ка давайте рогалик, чё. Давайте поиграем в рогалик. Ну конечно, чё. Любимый блин, жанр, конечно. Угу. Чё, полетал. Минус броня. Минус... А, ну-то да. А как иначе?
оглядываюсь, смотрю, что где-то. А, ты в третий раз полетел! Все-таки нету паттерна, оказывается, в этих действиях. Еще раз попрыгаем, пособираем, че, да? Допрыгался, да, хочешь ты мне сказать? Иди сюда, блин, шокером долбанул. Давай, сука! А, о, ужас, как больно. Кого вот это было? Он, ты, сука, в себя выстрелил. А, конечно, да, вот ракет туда полезла, выстрелил я в себя. Не хочу взять. Ну, спасибо. Все ты виноват. Хочу взять, он такой ножкой толщит, подкинуть. Ты чё за хрень, нахрен убрал? Ну, тоже отошел, чтобы станцию на базе прыгать. Какой ущербный мудак! Куда вот конец? Не попал! Чё это? Вот это чё это такое? Ёб за ногу! Ну, то каково это? Кто это придумал? Ну, чё, не можешь попасть в поколение? Что там, чё разработчик? Гондон, да я-то почему не могу попасть в поколение? Это если это этот... Может попасть по мне. Да рано! Сейчас мне не так надо. Да блять. Да блять! Сука! Ты тайминг вообще не попадаешь. Да блять, да иди нахуй! Ты отбегаешь, когда не надо отбегать. И стреляешь, когда не надо. Еще и надо что-то ему, оказывается. Вот надо! Ну паттерны! Паттерны вот эти, ну! Ну же в Dark Souls играем рогаликовый. Ну, судя по нашей сложности, это... А, он решил сразу и с колонны сбить и поджечь. Так, классный паттерн, слушай! Классный паттерн, что еще выдашь? У тебя там Армагеддона случайно не привалялась из Вормса? Это до последней стадии. А! Я забыл, что тут 10 тысяч стадий. Чё ты мечешься-то, ёлки-мотал? Это же башня, Вася. Это же башня, точно. Ну, знаете, вот эти все боссы-то, которые с каждым этажом все мощнее становятся. Я сейчас об ворону подлетел. Ты вот не видел, а я подлетел. Не кидай его мне в ноги, мне страшно уже. Да как сразу подожжёт? Так сразу потопчет. Да ёпты! Знаешь, что мне делать? Мне карту надо использовать, что ли? Я не использовал, он потом вообще просто начнет сжечь все. Если у тебя нету 35 хп, то ты и не выживешь. Я за разработчиками задумал так, что ты как бы с одним хп должен. Да я, блядь, карту использую. Я не знаю, чем мне его долбить. Ну, не знаю, нет у меня. Блядь, ты выживал, что ли? Ты же видишь, у него хп есть. Да где я видеть? Ты тут должен? Красное на фоне красного, красно-черное на фоне красно-черного. Ты вниз голову пусти. На тебе гранатомета, тварь. Ну, вот. А я спрятался. А похуй, как бы. Да вообще пофигу. Да у него еще хп какие-то дохреничие. Да ты кто вообще? У меня чуть-чуть по сравнению. Да пишу ты нахуй! Да сдохни ты! Я должен уходить, да? У него там радиус какой-то. Куда мне надо идти-то теперь? Колонны есть? В жопу. Хорошо. Это еще ноги мои бьет. Да хоть не надо от носков. Не попал. Что случилось? Паттерн? Ну тебе прощается, это же первый раз сел, вот паттерн ему надо вспомнить. Знаешь, так это... Спустя 10 пыток уже я такой... Да как вы? Да какой тебе его тут придумал? Я очень надеюсь, что так и будет. Пока приду там. А тут думать надо. А, там думать надо. Я и не знал. Так.
По-моему, я выбрал единственное... А нет, вот еще одно место, где нет колонны. Это прогресс, мы теперь знаем, что есть... Да, мы знаем 4 уровня! Да нет, я про то, что есть 4 уровень, где нет колонны. Я в нем застрял. В нем или в колонне? В нем с колонной. Ну это паттерн просто у колонны. Надо же выучить не только паттерн монстра, но и колонны. Ну, у колонны паттерн сложен, там физическая модель. Тут надо предиктить жестко. За баталию. Так, и что типа делать? Неплохо полетал. Хорошая тактика. Классная тактика была. Классно, классно. Я все еще передаю привет левел-дизайнеру. Конкурент. Просто не в то кольцо вставка. Не, ну вам надо было проверить еще раз, что у него под ногами ничего нет. Ну есть и мысли. Мысли есть. Лиси главный дизайнер. Где эта аптечка? Она в завалах. Я просто кнопочку на коте нажал, пусть помурлычит лучше, чем за пятки кусать будет. Да? Ну кто увидел, как он пытается куда-то шатать? Ты вообще все. Так. Встаем. Давай. Ворона такая села. Бэм, и ворона просто. Нифига в тебя барматура полетела. Барматура. Словно из откуда пламя уже идет просто. Голова в одну сторону, огонь в другую. Произвучив в эту. Нормально. Ну что творит, а? Вообще, не по тебе, не по кому, да, чисто. Просто гуляет пацан, знаешь, делать ему нечего, он уже понял, что ты разобьешься к чертям. Не тот, поближе, вот. Ага. Ух ты. Что это началось у него? Понял. Так он вон только издалека такой. Он вблизи не умеет. Не-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 
Что за хитбокс у этой статуи? Да. Что-то там делал. Mm-hmm. Что-то ходил, делал, еще и пол ломается. А Ластер мертв. Lucifer won't be far behind. Let's go. Wait. Oh, it's me. It's Asmodeus. We got a problem. We think Lucifer is on his way. Why do you think that? He just killed Alistair. What? Asmodeus, why are you here? Have more armies moved? Well done, Daniel. Well done. I knew you were powerful. I knew you were strong. But I never expected this. You would have been such a valuable asset in this war. You don't think it's over now, do you? You're not hiding in this world, are you? No, not exactly. What are you doing here, then? Dig graves. Браток был Люцифером. Все это мнение. Well done. Well done зато. Where are they? He's taken her back to hell. What? We knew they were using the graves to enter this world, but we didn't think Lucifer. In any event, you're just lucky he didn't take you. I'm going after him. No, you're not. You've passed your test. Let's I go. Said I'm going after them. This isn't over yet. I'm not finished. You have no idea what it's like down there.
You've never seen anything like it. And once you're down there, you can't leave. You'll never come back again. Catherine is waiting for you. Let's go. Tell Catherine not to wait. I'm not coming. I don't think you understand. It's... Oh, that's rich. I don't understand. No, you don't understand, Samael. I don't care about this anymore. I should have been sent there in the first place, but instead, you left me to fight for my survival in this place. I didn't deserve this. You and him both know it. Lucifer isn't finished yet. When he regroups, he'll be back to attack again. What then? Are you gonna send me back here to deal with it again? This isn't over, Samael. It isn't even close. I'm gonna stop this. I'm gonna stop this once and for all. Now, show me where the gates of hell are. Have you been affected that much by the souls you've absorbed? So be it. You've chosen your destiny. Here. You'll have to battle your way in. And once you enter, you won't be able to leave. The gates are heavily guarded from the inside to keep those damned to hell. In hell. Hey, don't worry about me. Что, мы из чистилища в ад перебираемся теперь? Ну, а куда теперь? Ну, конечно, за женщину похитили. Единственное, что мне непонятно, так это почему Люцифер... формально говорил, типа, иди убей вон того, 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 вот здесь я тебе на карте отмечу. Ну, помимо вот этого белого, этот гномик. Он же там где-то на третьем он показал, где этот, по которому по молоту стрелять надо. Почему нет? У него свой план. Ну, в принципе, конечно, я понимаю, этот демон, может, они там генералами разбрасываются направо и налево. Ну, ладно, Люциферу видней. Конечно. Осталось 4 у нас последних уровня. Ништяк. В аду.